Как я тебе должна поверить? Только на практике. Ну, извини. Не, это, короче, какая-то подстава. Как вот женщины, вот, допустим, сидит мужик на свидании и рассказывает, со мной так круто в сексе. Ну, то есть ты как бы, и ты такая, например, сидишь и думаешь такая, типа, ну, раз он так говорит, значит, так и есть. Ну, нет, наверное, да? А как обычно происходит? Если он так говорит? То, скорее всего, наоборот все, да? Да. Так это мы тебя спрашиваем, как ты можешь ее или меня, ну, ты любую женщину абстрактную, допустим, убедить. Как ты, ну, ладно, я нет, не буду смущать. То есть, смотри, как ты можешь убедить меня, что с тобой будет круто в сексе? Мы сидим на свидании с тобой. Я уже поняла, что ты умный, там какой-то еще. Вот так проделала. Там какой-то порядочный, надежный. Вольво. Как ты меня убедишь-то в этом? Да слушай, хрен его знает. Ну, но тогда... они, смотри, невзначай им рассказывают, да, может, у тебя были подруги, знакомые, ты постоянно с кем-то тусишь. И поэтому, значит, ты классно трахаешься, что ли? Ну, если у тебя это хреном было, сомневаешься. Нет, если у меня есть подруги и знакомые, их было достаточно много, то это говорит о том, что я, там, допустим, хорош в сексе. Может, это говорит о том, что я олень, которого берут на все вечеринки, чтобы он за все платил. То есть, ну, это как одна из сотен версий, о чем это мы... В плане того, что один на один. Ну, ты не строил с ним отношения, но постоянно... Блядь. Слушай, я бы сказал, я бы нет. Так, ну, смотри, повелся, да, что просто, допустим, я очень хочу, это чувствуется. Это чувствуется. Как это чувствуется? Ты вспотел и пахнет, что ли, или не знаешь? Как это чувствуется? Вот тебе, вот слушай, что тебе говорят люди. Ну, то есть ты на свидании, общаясь со мной, ты должен меня правильно там кинестетить как-то еще, то есть причем разговаривать про секс, причем, ну, допустим, там рассказывать, что ты знаешь, я там буду тебе делать массаж, то есть в это время ты сидишь там ее там, сквозь блузку там что-то, буду вот так, то есть, ну, как бы тут разговоры об этом правильные, плюс ну, демонстрация, скажем так, этого всего и кинестетика. Почему-то тебе в голову это не пришло. А ты будешь меня трогать, вот, ну, да. Допустим, точно? Трезвый ты сидишь на свидании, и прям девушка очень-очень тебе нравится. Ты там, вот смотри, вот эта баба, которой ты сейчас месяц не мог позвонить, то есть ты приходишь на свидание, говоришь, так, Люда, или как, ты же не будешь? Да, это даже было, я приехал там просто повидаться ненадолго, там, заехал к ней. К ней. Ну, я тебе говорю про женщину, которая тебе действительно нравится, вот ну, к ней. Вот она, наверное. Ты же говоришь, она не хотела на свиданку, или все-таки выясняются другие подробности? Нет, она просто мы раз увиделись, потом я мне тяжело что-то было разладить. Тихо. Вот сейчас все меняется, вся картина. Я вначале думал, может, я один тут что-то думал, что ты говоришь, типа, ну, у вас даже свидания не было, потому что ты ее не вызвал. Она села с подругами, я просто хотел увидеть, от нее приехал. Хорошо, смотри, ты ее все-таки вызвонил, получается, до этого. Да. Ну, она тебе перезвонила, говорит, я не могу ответить. Ну да, и потом... Что было? Она говорит, приезжай, или ты говоришь, я приеду? Как было? Нет, я спросил, чем занимается, вроде мы договорились там на вечер, но я там занимался своими делами, там лезла подруга, они увиделись, ну, пили просто пиво. Я сказал, я приеду, просто на тебя посмотрю. Прям так говоришь, я приеду, или можно я приеду? Как да, ты говоришь? Да, да. Как было? Можно я приеду? Нет, не было, можно. Ну и хорошо, она говорит, приезжай. Да, я приехал, но я не дотронулся до нее, то есть хотя мне хотелось. Ну, то есть, как они с тобой общались? Ты заплатил за них? Нет, ничего такого. Может, они тебя просто хотели, это, чтобы ты приехал? Нет, я просто пообщался, они там пили пиво и дальше поехали. Сколько ты пообщался? Мало, там, минут 7-10. А что ты ее не выдернул от подруги? Ты же к ней приехал. То есть, можно было сказать, там, я сейчас подруга, я сейчас тебя на минутку, да, ты, ну, как бы, ты же повидаться приехал. А раз ты ее выдернул, отдельно пообщался с ней, ну, там, возле толчка где-нибудь. Уже. Ну, просто я имею в виду, что смысла в твоей вот этой акции, то есть, не было. Ну, приехал ты, то есть, и что, повидался ты. Нормально пообщаться вам не удалось, потому что она все равно была с подругой. Ну, да. Ну и что тебе это? Потом, после этого, короче, ты говоришь, ладно, я поехал, все, пока-пока. И после этого ты ее уже не вызванивал. Ну, или да. Вызванивал. После этого я один раз набрал, там был... Ну, с тобой сложно общаться. На тренинге мы бы тебя... Это, блядь, ебали, короче. Потому что ты... То да, то ну да, то есть, ну как бы, если ты врачу говоришь, ну нечестно, то вряд ли он сможет тебя вылечить, ну да, там. Так да или ну да, то есть ты после этого ее вызванивал? Я позвонил и был. Один раз. Она не взяла, да, один раз. Ну да. Вот.
тогда сейчас становится понятнее, почему, может, она никак не, это, не реагирует. И она потом уже не перезвонила, не... Да. Значит, вот в том моменте, то есть, смотри, до этого она перезвонила, извинилась, да. Сказала, извини, что я не взяла. Да. То есть, значит, она была заинтересована тобой ровно до того момента, пока ты не приперся туда, к подруге. Там произошло что-то или чего-то не произошло, ну, я так сейчас думаю. В какой-то момент вот там она подумала, нет, что-то не то. И поэтому перестала вызваниваться. Если бы там было все круто, ну, я думаю, если бы ты хотя бы ее вытащил от подруги и отдельно с ней где-то там постоял в коридорчике, то было бы... Я попытался это сделать, я так скажу. Я говорю, давай там спустись ко мне, ты что, с подругой, мы тут типа увиделись. Не, ну спустись, приди, забери, то есть ты на нее перекладываешь ответственность. Какой ты умный, блин, нихуя ты не умный. Ну, то есть, как бы я, как женщина, хотела бы, чтобы ты пришел, сказал, иди сюда, там со всеми познакомился, показал, какой ты классный, раз, и типа и украл ее ненадолго, потом обратно вернул, сказал, смотрите, все в целости и сохранности, проверяйте, все на месте. И последнее качество, почему я тебе должна дать? Скажи, зачем я вообще приехал просто? 5 часов ехал в Сочи на машине, чтобы... Ты просто, ну, как бы все сидят, молчат, а ты сам что-то спрашиваешь, поэтому, ну, я могу с тобой не разговаривать. Как иногда люди приходят на консультацию, а уходят более грустные, чем до нее. Да. Потому что вопросов появляется больше, чем ответов, и они такие, бля. Типа, я-то думал, что вот тут надо чинить, а оказывается, в другом месте сломалось. Давай еще одно качество. Одно качество? Почему? Почему-то, Данил, можно тебя попросить, я что-то сегодня как этот, как алкаш. Спасибо большое. А то мне туда просто пролезать, и тем более я сейчас в роли женщины, я сейчас пойду, заводу, раз меня. Он большой опасный человек сейчас, не дай бог, накинется и будет засасывать. Типа последнее качество – это решительность, короче, раз он опал такой, спасибо. А я думал, ты попросишь мастер-класс, чтобы я показал, как это делать. А, сейчас Данила зарядил, короче, чтобы он меня обошел, обнял. Давай, последнее качество какое, почему я тебе должна дать? Ты не пожалеешь, какая-то позиция снизу, блядь. Позиция снизу. А, да. Представляешь себе, Лионель Месси какой-нибудь, блядь, подходит какой-нибудь ПТУшнице и говорит, ты не пожалеешь. Там, поехали со мной. Он говорит, ты чё, дебил, что ли? Ты же низкого роста. Он так, а, да, я же низкого роста. Ну, я просто пример привел, не знаю, может, Лионель Месси так и общается, хрен знает. Там даже не про бабки, про то, что он скажет, ну, типа, она скажет, я не поеду, он говорит, да пошла в жопу, я пойду в футбик играть, короче, потому что ему нравится в футбик играть. Качество, качество, качество. Слушай, а как качество, если, ну, единственное, что... Сейчас отвечаете вопросом на вопрос. Мужчина, какое качество? Я пошла уже, все. Спрашивает помощь друга, не знаю. Ну, это вот просто тебе так, знаешь, на позадуматься вообще. Ну, то есть они должны быть внутри. Не знаю, может, ты любое, это должно быть твое, твоя уверенность в том, что ты охеренный. Я добрый. Вот. Ну, это, блин, до хера этого добра везде. Понимаешь, они, может быть, наружные, может, внутренние, может, кто-то говорит, я красивый, или, не знаю, я там сильный, я там умный, то есть, не знаю, я там, не знаю, что-то еще. То есть, просто сам факт, чтобы ты их легко называл. Пока ты не будешь считать, что, ну, как бы, ты вообще охрененный мужчина, ты будешь идти туда, и все равно, так или иначе, будет вот эта позиция сверху, из тебя, снизу, вернее, вылазить. Давайте вопросы, ребят. Вон там сидят парни, которые еще не такие. А, спрятался, короче. Я такой говорю, вон сидят парни, вот такой... Че? Раз мы затронули вопрос про курортный город Сочи, да, вот интересно, как ты думаешь по поводу курорта? У нас осталось 25 минут, короче, да. Курортного соблазнения и знакомство соблазнения, так как особенность в том, что там бывает знакомишься с девочками, 2-3 дня они уезжают, там, день-два. Учитывая еще, что работаешь в свое время, ты не на отдыхе, то есть у тебя не курортный образ жизни. И вот, ну, какие-то твои мысли. Не, они уезжают, и что? Нет, секс и... до этого у них, у тебя с ними происходит. Но вот бывает время не подобного, то есть у них и все дела, особенно если общение курортного соблазнения. Ну там проще, потому что они приехали отдыхать, и там меньше всяких заморочек в голове. Ну вот,
Вся особенность. То же самое, что и в любом городе. Ну, вся особенность в том, что там, грубо говоря, этот противник более, так сказать... настроен на игру. Да. И, ну, тем более, ну, то есть на курорте проще, если коротко. Нет никаких особенностей. Делаешь все то же самое, просто ну, там, допустим, меньше каких-то проверок, меньше каких-то там возражений, меньше чего-то. И, ну, если ты все нормально делаешь, у нее более, там, скажем, ветреная на тот момент голова. Почему я не люблю вот эти курортные интенсивы, как некоторые проводят тренеры? Потому что там проще. А когда эти парни возвращаются с этого интенсива, приезжают там в обычный в город там какой-то, где суета, проблемы, дела и так далее. И ему самому сложнее, и девушке сложнее, ну так скажем, более сложно реагирует. Ну, короче, там проще. А другой вопрос, что тебе надо? Ну, ты говоришь, вот она уедет через 3 дня, как бы, не знаю, приедь к ней в гости. Или купи ей билет, то есть в чем проблема? То есть скажи, ты хочешь, ну, приезжай еще, я тебя приглашаю в гости. Вот. Не знаю, купи ей билет там какой-нибудь на самолет. Ну, предложи так сделать, я не знаю. Не успеваешь заинтересовать, то есть там буквально... Я сейчас не про это, то есть ты что там хочешь? Но если потрахаться, то все очень просто. Если девушка понравилась, ну, как бы, если ты скажешь, я хотел бы тебя увидеть, давай я тебя встречу, там, не знаю, вот тебе гостиница, ну, то есть, ну, чтобы она понимала, что ты... Да, ну, то все равно вы, наверное, в этой гостинице вдвоем окажетесь, но не суть. То есть ты проявился как нормальный мужчина, потому что когда ты, если ты будешь ее мужем, ей бы хотелось, ну, чтобы вот муж вел себя вот так, ты, когда говоришь, решил бы твои проблемы. То есть муж, который говорит, так, что ты там это на поезде поешь, как дура, давай это. Ну, то есть он, ему нравится заботиться и облегчать жизнь, например, своей жены. Ему от этого кайфово, не потому что муж-то, он уже все, так сказать, там уже не ради секса, а потому что вот, ну, он считает, что так. И если там будет женщина, ориентированная на серьезные отношения, а не на просто потрахаться, то есть у меня женщина, приезжающая на курорт, она хочет потрахаться, но желательно, чтобы потом еще... Да. Вот. Она подумает, если ты ничего не предложил, ты говоришь, вот, ну, там, я уезжаю. И такой, ну, ладно, ну и нахер мне такой мужик. Или ты бы сказал, она такая, может, уезжает, потому что у нее деньги кончились. Ты бы сказал, блин, давай еще на 2 дня оставайся. Это, ну, сейчас все решим. Решим твои проблемы. Зовешь другана, он решает ее проблемы и это. Ну, то есть, как бы, вы такие интересные, как бы, вы, ну, это не, можно без денег вообще абсолютно, как бы, заниматься сексом с красивыми женщинами. Другой вопрос, чего ты хочешь, как бы. Вот бывают какие-то обстоятельства, от которых, которые от тебя не зависят. Вот она уезжает. И тут хочешь, не хочешь, ну, в принципе, если у тебя есть определенные финансовые возможности, ты можешь, скажем, продлить для себя, ну, в первую очередь, ее пребывание здесь, чтобы, ну, ты же для себя это делаешь в первую очередь. То есть не надо думать, что это вот для нее, для того, чтобы вот ей там понравиться. Нет, ты просто хочешь ее трахнуть, а может быть, потом жениться. И ты говоришь, так, окей, ну, значит, я сейчас, ну, там, сниму ей отель еще на 2 дня, не знаю, хочу, чтобы она осталась. Те, которые ничего не говорили, ребята, как у вас дела? Че пришли-то? Грустите, сидите. Константин Райкин. Как тебя зовут? Не, сейчас я вот Константин Райкин. Ты у нас на практике был. Как тебя зовут? Саш, ты прям вот, ну, это... Тебе некомфортно? Нет, некомфортно. Ну, я понял, не из-за кондера, а вообще, может, что-то. Как дела, Саш? Сколько тебе лет? 39? 29. Не, я просто спросил, я не расслышал. Mm-hmm. А что делаешь? Yeah. Ну, чем занимаешься? Mm-hmm. Прикольно. Потому что там общаться с людьми, ну, как сказать, не надо, да? То есть вот такие люди, ну, скажем, шизоидный тип личности, это сейчас не обзывательство, это просто терминология. Они выбирают часто профессии, там мануальщиков. Такие спокойные, скажем, немножечко... такие отстраненные от общения большой, ну, то есть, они все равно как-то, не, ну, там много, но там оно как-то, так сказать, в твоем мирке, у тебя есть кабинет, наверное, да, туда приходят люди, там тебе комфортно, ну, нихера ты вообще, непростой мануальный терапевт, а что ты пришел? Я? Да. Ну, спроси, что-нибудь на меня вон, посмотрел уже. Спроси что-нибудь, не знаю. Ну, то есть, как бы, ключевой посыл такой, чем я могу тебе помочь? Просто ты сидишь и, допустим, раз, и молчишь. Ну, если я могу, я тебе чем-то постараюсь. Нет, вопросов, наверное, нет. Я так.
А с женщинами как у тебя? Ну, только честно. Никак, да, нормально. Не, ну я не подхожу знакомиться. Встречаюсь там, в основном у меня такие все взрослые. Сильные такие тетки, да? Ну, не сильные. Ну, взрослые, в смысле, они старше тебя? Они всегда меня старше. Суки такие вот, блин. А как так получается? Ты с ними где знакомишься? Я? Ну, в Тиндере, допустим, да? А где? А как так получается, что вот ты вот хотел помоложе, она опять старше тебя оказалась, если ты с ней знакомишься? А тебя устраивают эти тетки? Не, не устраивают. А что делать будем с этим? Не, ну, иногда не устраивают. Что делать-то будем с этим? Не знаю, милицию звонить. Хороший вариант. Ну, я имею в виду, может, пора перестать там, не знаю, знакомиться со старыми тетками. Начать с молодыми хотя бы. Ну, то есть найти какую-то себе там по душе молодую, хорошую, не знаю, создать семью. Ну, пока еще там, не знаю, повстречаться.